Всем по привету, мои дорогие зрители и подписчики! С вами, как всегда, Сладкоежка! Сегодня у нас реакция на Geometry Dash. Сегодня у нас реакция на канал Лазафет. Сегодня мы смотрим топ-10 мемов с Вернамом. Вы не поверите, да, ребят, с Вернамом. Вот. Наконец-таки у меня дошли руки до снятия данной реакции. Значит, этот видеоролик мне прислал мой подписчик Мирич через донатик, за что ему огромное спасибо. Ну что ж, очень терпится посмотреть, что там за мемы. Поехали, ребят, не забываем подписываться и ставить лайки. Поехали. Какое же видео сделать? Может быть, что-нибудь оригинальное и интересное? А зайду-ка я в комментарии и узнаю, чего хотят подписчики. Ага. А подписчики хотят топ-10 мемов с Вернамом. Вы серьезно? Ну ладно, как хотите. Всем привет, вы на канале Лазафет. Когда-то давно я сказал, что из любой темы могу сделать топ, и я за это поплатился. Теперь у меня в заметках на телефоне записан сценарий видоса «Топ цветов экстрим демонов в глобал-листе». Но сегодня не об этом, сегодня топ-10 мемов с Вернамом. Каждого ГДшера по... Как говорится, спойлер был. ...разному рвет с мемов, поэтому этот топ основывался на среднем арифметическом, насколько угораю с этих мемов я и насколько они популярны. Капец, я душню, короче, погнали. Это топ-10, и, соответственно, я не могу назвать достойные упоминания, я могу назвать недостойные упоминания. Это подвал Вернама, потому что... Я это знаю, я за это шарю. Многие мне писали об этом. Уже устарело, это совсем не смешно. И Вернам козаёб, то есть про то, что Вернам ебал козы. Оба этих мема... Блядь, чего я только что услышал? У меня же да курсор не туда пошел. Не смешное говно, которое нафиг никому не нужно. А теперь приступаем к топу. Десятое место — мохнатая жопа Вернама. О, это что-то новое. До третьего слова можно поставить что угодно. Мохнатая жопа Гуска, мохнатая жопа Вермахта, мохнатая жопа Долора. Ну и, конечно же, мохнатая... Нифига себе, и Долора сюда вписали. Жопа Декоди. Девятое место. Это чё, так анализируем? Я вообще понятия не имею, откуда это взялся, откуда взялся этот мем. Может быть, из телеграма... Чё-то мне не смешно даже. Вернама, может, из видоса. Но он есть и стоит на девятом месте. Восьмое место. Нет, лучше бы он купил мою говно из Дешарпов. 15 рублей в секунду. И дешевле. Видите, он еще так аккуратненько это в носу поковырялся. Седьмое место — это Confession. О-о-о, вот это да, это легенда. Как говорится, с учетом разоблачения нас по SUK, вот именно эта фраза стала легендой, связанная с SUK. Реально, он сделал то, как говорится, чего за последнее время не было, можно сказать, потому что он был топ-1 мира, и чисто вот хакнуть почти все свои демоны, вот, ну это абсурд. Самый молодой мем в этом топе. Сдохнет скоро или он будет жить долго, неизвестно. Нет, все, это confession. Всё, да. Это confession. Это confession, пацаны. Все, это confession. Это confession. Все, это confession. Все, это confession. Я не знаю, ребята, появился ли данный мем до разоблачения на Space UK. Вот, и вот это вы напишите. Это confession. Это confession. Это значит confession. K-O-N-F-E-S-H-N-N. Все, confession. Угу. Я вас категорически приветствую. Для мема «Лысая гнида» я нашел лысую гниду, которая обитает в лесу. Это игрок с ником ГМД Хуйлопан, тот самый, который создал уёбки челленджи. Скоро будет пятый уёбок. Что сподвигло вас стать лысой гнидой? Пошёл нахуй! Нифига. Хули ты доебался-то? Что? Пошёл нахуй! Что вы можете сказать насчет читерства Спейса? Сука, дубоёб ты, конечно. Не, ну это легенда, вот это оригинально. Очевидный вопрос, это confession. Такого я еще не видел. Самое сложное в СВИ это... Ни для кого не секрет, что в СВИ самое сложное — это волна. Это же NC демон. Волна — это просто бафнутая версия с оригинального Sonic Wave от Cyclic'а. Но настолько ли она бафнута, чтобы Sonic Wave Infinity встал на первую строчку листа? Нет, конечно. То, что СВИ топ-1, это один из главных стереотипов сложности на данный момент. Если его вырезать прямо сейчас, то он встанет выше Зодиака, но ниже Тартаруса с The Golden. Это его самая справедливая позиция. Придете на сходку подписчиков летом? Кого, блядь? Кто управлял самолетом 11 сентября 2001 года? Максим А с откуда ему знать, погодите? Гущин!
Я новый ход Silent Circle! Нет, я новый ход! Боже, вы представьте, что подумали звери, когда это все услышали. Либо если бы там люди, там, например, грибы собирали или еще что-то, либо просто решили сделать это пикничок в лесу, да, и слышат вот такие вот, как говорится, крики, подумали бы, что какие-то ненормальные, ну, по факту. Косайлент Сёркл! Спасибо за интервью, до свидания! Луна вообще. Пошёл ты нахуй, а? Вот это концовка, а? Не поделили. Пятое место — Кликсинк. Из-за того, что Вернам помешан на Кликсинке, гигачады ВК Мимодела начали клепать с этим мемы. Четвертое место — я новый хост Silent Circles. Этот мем образовался с превьюшки видео Вернама про то, что теперь Silent Circles принадлежит ему. Я какой король. И теперь долгом абсолютно каждого ГДшнера является выйти на улицу и заорать. Я новый хост Silent Circles! Нифига себе, реально люди выходили и орали? Каков? Этот человек — новый хост Silent Circles. Может, мне еще пойти выйти поорать? Во, техника работает, лайфхак усвоен, идем дальше. Вот не зря добавили на третье место. Вот. Это можно было сразу ставить на первое, а про Space UK я на второе. Но я не знаю, что, конечно, будет на первом и втором. Может, там пооригинальней, полегендарней что-то будет. Но вот это именно третье место, это заслуженное место. Вот. Как говорится, вы сами знаете, с откуда этот мем. Я даже делал реакцию на тот видос, где это было сказано, вот. Третье место. Техника работает, лайфхак усвоен, идем дальше. Техника работает, лайфхак усвоен, идем да. дальше. Техника работает! И идем дальше ко второму месту. Лайфхак не усвоен, стоим на месте, Да, стоим второе на месте. Второе место. Реакция на проверку техники от Курсода, либо My Honest Reaction. Я не знаю почему, но второе название закрепилось больше. Yes, everything works perfectly. Your technique was great. The difference in attempts is more than 8 times. You really discovered geometry dash for me. I was able to get 15% more on Silent Club stuff, and it worked even better than before. Really looking to the video. Фига себе, Эрили, Курсет. Техника работает, лайфхак усвоен, идем дальше. Идем. И почетное первое место — это, конечно же, Ярость. Все, это тик! Да, как он наушники сломал, хуя от собаки. Unlock! Возможно, и это видео я оставлю с доступом по ссылке, поэтому любите маму, подписывайтесь на канал, нет. играйте в Волбаф на 60 Гц, ждите нормальных видео от меня, поверьте, они будут, у меня сценарий есть. Спасибо за просмотр, всем пока. Ой, ГДБОС, ты клики видишь, блять, эти ебанутые клики, нахуй, брат, извини. Это Space UK говорит. Что за рабозайцы, где Фалоед? Вот Фалоед! Какой кринж. Нормально, они наложены на хитбокс. Качество FPS, showcase FM, ага, блять. Дорогие мои зрители и подписчики, что я вам хочу сказать насчет данного сборника мемов. Реально было смешно. В некоторых мемах мне было не смешно, не знаю почему. Возможно, я не шарю за эти мемы, но про Space UK, про технику, вот, как говорится, и про ярость здесь все ясно и понятно, вот. Как вы относитесь к данным мемам? Пишите в комментарии. Было ли вам смешно? Пишите в комментарии. Какой мем вам больше всего понравился и зашел, тоже напишите. Вот. Не забываем подписываться и ставить лайки. А с вами, как всегда, был Садкоежка. Всем я желаю добра, бобра, демон демона, экстрим демона. Всем удачи и всем пока-пока.